Здравствуйте, с вами снова Карл Джексон. Сегодня мы будем рисовать ютуберов. Вот вы видите на экране Юмилию. И вот я буду ее рисовать. Потом вам покажу, что в итоге получается. Так вот рисую, значит, я развернул. Что я хочу, чтобы мне поместилось прямо на весь экран. То есть на весь листок. Пожалуйста, вот я ее такой нарисовал. Думаю, она похожа. Вот. Потом сравните, скажите, похоже или не похоже. Я думаю, что похоже. Очень похоже. Просто я не хотел показывать там, как я долго рисую. Вот. Ну, заело это примерно где-то. Вот так вот надо было показать. Вот так вот. Похоже, не похоже. Вот. Заняло это примерно где-то 5 минут. Реально. Вот прям просто взял и нарисовал. Я думаю, неплохо получилось. Вот сами потом. Значит, скажите. Похоже, не похоже. Юмилия, если что. Я скажу тебе тоже это. Неплохо так, я думаю, нарисовал, да? Я думаю, что неплохо. А что, похоже? Реально похоже. Я думаю, что похоже. Ладно.